пройдет этот проигрыш. Добрый вечер, дамы и господа. Вас приветствует артистка Инна Родионова. И я хотела спеть песню «Айзе». Ледяной горою айсберг из тумана вырастает и несет его течение по бескрайним, по морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встречным кораблям. А я про все на свете с тобою забываю, а я в любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под черной водой. И все твои печали под черной водой. То ты горе или радость, то замерзнешь, то растаешь, то ты ласковое солнце или мертвый белый снег. Я понять тебя пытаюсь, кто же ты на самом деле, кто же ты на самом деле, айсберг или человек. А я про все на свете с тобою забываю, а я в любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под черною водой. И все твои печали под черною поверить, помоги, что любовь моя сумеет примирить. И растает этот айсберг, это сердце без любви. А я про все на свете с тобою забываю.